В рамках первого этапа операции МАК нами, уссурийским отделом наркоконтроля, возбуждено 37 уголовных дел. Ликвидировано преимущественно на территории Уссурийска, города Уссурийска, 4 наркопритона. Изъято также из незаконного оборота около 100 грамм героина. В ходе первого этапа уссурийским межрайонным отделом уничтожено 30 очагов дикорастущей конопли на общей площади 93 гектара. Ну, для справки, для сравнения, мы превысили свои показатели практически в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наш отдел активно начал использовать те полномочия, которые нас наделило правительство, то есть в Кодексе административных правонарушений. По статье 10.5 мы привлекли 7 семерых собственников земель за непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли. Эти собственники были привлечены к административной ответственности и наложены соответствующие штрафы.